Всем привет! Осталось 5 часов в моем городе до Нового года. Через 5 часов здесь просто все будет жахать, бабахать. В общем, будем бурно встречать эту ночь. И пока вот такая тихая, уютная атмосфера в моем городе. Машин особо нету. У меня здесь такая ламповая обстановка. То есть все тихо, спокойно, идет такое затишье перед бурей. И вот именно в этот миг я вам желаю, чтобы все у вас было хорошо, чтобы все ваши желания исполнялись. Блин, это так трудно на самом деле пожелать. Я уже, наверное, желаю где-то с 56-го дубля. Действительно, уже где-то очень много видео записал и... Все не удавалось вам нормально пожелать, но, в общем, сейчас вам желаю, чтобы все у вас вообще не только в 2017 году, но и вообще по жизни у вас, чтобы все удавалось, чтобы просто все было, чего вы только захотите, и чтобы вы всегда добивались своей цели, ибо это самое главное. Если вы будете исполнять сами свои желания, то вы сможете уже добиваться чего хотите. Блин, что-то, знаете, такое банальное сказал, но ладно. Пожелаю, в общем, вам всего самого банального, чтобы все у вас необходимое было. Да. Блин, это так трудно на самом деле. Ну и что же. Конечно, хочу сказать огромное спасибо своим зрителям, подписчикам, за то, что смотрите меня, за то, что подписаны, за то, что проявляете активность на канале и поддерживаете меня в эти годы. Спасибо вам за это, что в эти годы, блин, я так сказал, как будто, знаете, воевал где-то, типа поддерживали меня в эти годы, но на самом деле, да. Спасибо, что вы были со мной рядом в эти мгновения, скажем теперь так. И, конечно, хочу, чтобы у вас тоже все просто было классно, чтобы действительно вы отпраздновали этот Новый год, и как вы отпраздновали, так вы весь этот Новый год и провели, да. В общем... Спасибо вам за то, что вы просто есть, да, вот. Я вам единственный, наверное, человек, который скажу за то, что спасибо за то, что вы просто есть, за то, что даете мотивацию делать видео, за то, что просто существуете на этом свете, да. Спасибо вам за это. Также хочу сказать отдельный респект шахматным видеоблогерам, которые борются плечом к плечу со мной за популяризацию шахмат. В общем, мы еще будем продолжать это дело в новом году. И, конечно же, вот вам выделяю особый такой шахматный респект, чтобы и у вас тоже все в 2017 году было идеально, чтобы добились вы своих целей, которые вы для себя поставили. И пускай все у вас будет нормально. И что же, я хочу сказать, что на YouTube я уже с конца лета 2014 года, и это ни много ни мало, я уже встречаю вместе со своими зрителями третий Новый год. То есть вот это уже будет третий Новый год, который я встречаю со своими зрителями. И поэтому я здесь решил сделать такую небольшую подборку, обсудить вместе с вами свои прошлые видео, свой прошлый, о, такой мерзкий голос, который только был такой очень детский, но все равно просто вспомнить все эти моменты, которые случились со мной, которые были, то качество видео, которое уже сейчас стало лучше, именно вот качество звука, качество картинки, где-то там разрешение тоже подправил. В общем, потихонечку становлюсь я лучше вместе с YouTube каналом. Спасибо ему за это. Спасибо всему этому комьюнити, которое меня смотрит, которое поддерживает и вообще взаимодействует со мной. Действительно, это
очень приятно знать, что где-то за 1000 километров человек о тебе знает, ты знаешь о нем, если это активный подписчик, и который, в общем-то, просто посещает и интересуется твоим творчеством, ведь это действительно довольно приятный момент. Ну и теперь я хочу показать вам комментарий. Вот он на ваших экранах, того человека, который откликнулся на просьбу написать свое сообщение к 2017 году, к прошлому видео, в котором я просил написать любое новогоднее сообщение, которое только вы захотите. В общем, действительно, пишите под этим видео теперь все ваши новогодние пожелания. Обязательно все подписчики посмотрят. Делитесь радостью, позитивом в этот новогодний вечер, в эту новогоднюю ночь, чтобы просто хоть немножко, но осчастливить друг друга. Ведь все-таки каждому человеку хочется внимания. И если вы напишете, пообщаетесь друг с другом, то действительно подарите друг другу немножко радости. В общем, давайте перейдем теперь к прошедшим видео, где просто... А, этот голос, это качество звука, это просто, знаете, в 2014 год это просто такой, знаете, мозговыносящие моменты там были, вот именно с качеством звука, и сейчас вы это все увидите на своих экранах. И пошли Королев один, на всякий пожарный случай, чтобы не было шахов. Ну, такой ход, мы просто забираем этого слона. А что это за голос? Блин, если честно, то мне хочется удалить, скрыть эти видео, чтобы просто никто не заметил этого голоса, никто не узнал этой тайны об этом чудесном голосе из 2014 года. Но потом все-таки в 2015 году мой голос стал более тверже, все-таки плюс еще купил новый микрофон. И вот тогда-то уже и видео стало приобретать более современный характер. Так, чё, они на Белый мир не согласны? Ладно, я еще с вами разберусь. Так, давай все-таки одна армия пойдет. Мне кажется, там можно как-то дать сопротивление. Но качество картинки оставляло желать лучшего, ибо вы видели сейчас две такие черные полосы слева и справа. И эти полосы были связаны с моим старым монитором, который был еще такой, знаете, жопастенький, с разрешением 1024x768. То есть это буквально, знаете, такой квадрат был, очень маленький монитор. И в этом мониторе, точнее, у этого монитора очень низкое разрешение именно для YouTube. Поэтому приходилось вот оставлять эти полосы, а в монтаже я никак не мог нормально подобрать именно размер для YouTube. И поэтому вот, к сожалению, выходили такие казусы в 2015 году. Но уже в 2016 году, как видите, все стало уже нормально. И качество звука стало более лучшим, и качество видео, качество картинки уже становится с каждым годом все лучше и лучше. Более качественней. Пока приостановил свою деятельность, все-таки там и учеба, и как-то интереса не было. Потому что, не знаю, зимой у меня... И таким образом мы приходим к сегодняшнему результату, который вы видите, слушаете и чувствуете на данный момент. В общем, могу сказать, что за все эти годы я стал лучше, даже начал уже и стримы проводить, но стал лучше не в этом смысле, что там что-то на YouTube, что-то там типа подписчики, просмотры. Нет, это для меня вовсе не показатели. Показатели — это избавление от комплексов, которые у меня, допустим, были те же 3 года назад. И
У меня вот были такие комплексы, если, конечно, их можно так называть, такие как страх сцены, страх публики, страх каких-то, вот, знаете, уличных выступлений. Постоянно, когда выходил, постоянно было такое ощущение, что вау, как это я вышел, сейчас по-любому что-нибудь опозорюсь, по-любому что-нибудь скажу не то, и как-то это плохо воспримут люди. То сейчас как-то уже, знаете, на расслабоне выхожу, играю в сценках, какой-нибудь текст могу зачитать и совершенно спокойно это сделать на публику, то есть просто с львиной долей спокойствия выйти, спокойно зачитать, уйти и, в общем, не иметь проблем с этим. Поэтому я, как человек, занимающийся Ютубом, могу заключать, что Ютуб все-таки в какой-то степени меняет людей, и это действительно прикольно осознавать, что где-то ты все-таки избавился от страхов, стал лучше и действительно сам идешь вперед, что я вам также и желаю, да, поэтому идите вперед, избавляйтесь от страхов, в общем-то делайте свою тему, занимайтесь своим любимым делом и знаете, у вас должно получиться, я просто в это верю, что когда-нибудь и у вас тоже обязательно получится достичь своих вершин. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Ибо скоро в мое окно постучится 2017 год, и нужно уже идти отправляться праздновать это событие. И поэтому я вас покидаю. Все, всем удачи в 2017 году и всем пока.